все едем. Кто сказал, что в Калифорнии снега нет? Пожалуйста, вот. Вчера только выпал. Нормально. Иногда здесь даже дорогу пересыпает. Ну, ненадолго. Я сейчас немножко повыше поднимусь, поэтому. Температура упала. Вот. Теперь будет только равнина. Равнина до самого Сакраменто. Такая вот сады, поля, поля, сады. А горы кончились. Едем. Осталось 2,5 часа езды. Погода вроде улучшается. Дождь практически прекратился. Олег впереди на белом коне. А у него уже топливо почти закончилось. Надо уже супчик есть гороховый. Понятно. А у нас еще полбака. А у нас еще полбака осталось. Меньше, меньше. Мы экономные, да. Мы не так много едим бензина. У меня там галлонов много. У меня столько вмещается галлонов, что можно еще с тобой поделиться. Слушай, а как насчет... Подожди, подожди, как насчет дозаправки прям в воздухе, а? Я тебе могу доправить. Да? Нормально. Вот так вот. Короче, Олегу нужно заправить машину было, ну и заправить себя. Хочет гороховый суп поесть. Здесь такое место есть, такая мельница, пьяндерский суп. И это его такая традиция, я так понимаю. Остановиться и поесть супчик. Ну, съехали. Вот это, вот этот ресторанчик. Turn right on Jensen Road. До Сакраменто всего 7 часов и, по-моему, 7 часов где-то, плюс-минус. Сакраменто, столица Калифорнии. Какое-то время назад я здесь прожил 2 года, проработал. Exit right to exit 519 B J Street, downtown. Downtown. Наша точка, мы наконец-то приехали. Вон сидят, да, точно сидят. Вот точка нашего назначения, приехали. Правые, конечно. Вот Вован пошел вот туда, самый до конец туда, далеко. Мы встанем где хочешь, мы можем в любом месте. Где хочешь, можно здесь встать, может там вторым. Всем привет, сегодня 28 ноября 2016 года, Сакраменто, Калифорния. Настоящий херобун. Херобун, ловим сегодня карася, только карася, но здесь есть и карп, конечно. Вот, так что, если что-то клюнет более большое, оно должно порвать леску и уйти. Вот, вчера приехали на другой канал. Вечером хорошая погода была, сегодня опять немножко заладилось. Но говорят, что тучи пройдут скоро. Вот, так что будем ловить на 4,5, 4,4, я не помню уже сколько она метров. Вот, наживка. Наживку я выгрузил. Вот, и одну пылящую. Ну все, херобун вперед. Первая поклевка. А?
Точно? Ага. Да. Два крючочка. Мы под саки. Идем под саки. Опять сомик. А хороший. Давай. Сегодня какой-то день сомиков. Понятно. Приехали за карасями вроде. Я бы взял его, конечно, но ну, лучше все-таки в холмик. Это уже разметочек. Какой-никакой, да. Да, у меня еще на ту клевал. Добрый плавник. Целая стойка. Цапи съели. Цапи? Где цапи? Вот. Сколько живности здесь, а? И рыбы, и цапы, и бобры. Сакраменто. Вон они. Куда-то провалились. Thank you.
Вообще. Я не знаю, что делать. Понял, да, ну что там надо. Если не перебьешь, то не будет. Я покажу тебе, как это. Ну, не так, понял. А это просто что-то. Ну, когда ты смотришь.